Давным-давно появилось особое место, куда можно прийти как к старому другу домой. Гости делают, что хочется, не мешая свободе других. Они оставляют деньги только за время, проведенное здесь, делая вклад в развитие эксперимента. Пьют кофе, который сварят помощники, или учатся у них варить сами. Выбирают угощение по душе или приносят свое. А иногда устраивают большой ужин и садятся вместе за общий стол. Кто-то работает, кто-то учится или читает. Здесь собираются рисовальщики и любители литературы. Сюда приходят, чтобы посмотреть новую выставку или хороший фильм. Научиться делать прекрасное руками, изучить новый язык, услышать любимую музыку. Или настоящий живой концерт. Услышать лекцию, поэтические чтения или поучаствовать в дискуссии. Здесь легко говорить, легко дурачиться, но можно и погрустить, ведь в этом нет ничего плохого. В циферблате стоят печатные машинки, чтобы начать, наконец, роман. А еще почтовый ящик, отправлять открытки друзьям и оставлять тайные послания. Здесь рождаются новые идеи, и каждый может прийти и предложить свои. Потому что здесь не бывает равнодушных. Тут всегда как дома, но никогда не знаешь, что придумают сегодня. Самое главное в циферблате – это люди, команда и гости, которые вместе создают его, отчего каждый день он немного разный. И связь между ними, которая начинается здесь, сама по себе. Да, Валерия.